сверло осталось целым. Так. Ну и, в общем, наверное. Как-то так. Да. Ладно, будем считать, что можно с этим уже как-то пробовать. Бит. Что тебе? Бит. А? Кого? Бит. По букву. Б и Т. Может быть, еще Т. Биту? Да. Спасибо. Так. Ты какую взял? Крестик. Может, большевато? Нет. Да, немножко большевато это. Хотя? Нет, это один. Там даже написано. Было, по крайней мере. Миша, сверли на больших оборотах. Да, насквозь надо.
Думаю, надо было скорее резьбу нарезать, вместо того, чтобы тройкой просверлить. Попробуем по-всякому. Но снизу еще можно. Насколько я представляю, как это должно работать, это основная подача топлива, здесь полностью открытие-закрытие, холост... а, ну все, там уходит, меньше воздуха, меньше топлива, а так он полностью вплоть до прямого поступления. Ну, по-моему, я отрегулировал. А можно? Не, лампочка бы мне не помешала. Да? Угу. А тебе это для проверки. Так, три дырки. Нормально. Ты смести этот, чтобы в пень не упираться. А что, там не насквозь? У тебя мотор не по месту, у тебя тут дыра в 2 миллиметра. И непонятно. А вот почему вот он здесь упирается? Без понятия, где он упирается. Ну, я вижу. Вот а, ну, вот тут вот что-то, но... Доработать на шлифовать вот тут вот. Где вот напильник по железу? Не-не-не, я не буквально, мы потом. Так, так. Но все равно, дырка одна не подходит. Да, прямо видно. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, насколько она не подходит. Прям не подходит никак. Прям не подходит, не подходит. Да ладно, нормально. Да, ты посмотри, на... просто один пойдет вот так, другой вот так. Нормально. Нет, тогда вот эти вот, смотри, тут полностью загорожены. А давай попробуем. А можно так, чтобы три подходили, а то не подходили. Давай попробуем. Вот три идеально подходят, и вот никак. Слышь, три четверти уже идеально. У меня на мопеде отвалился болт, который держит ведущую звездочку. Один из четырех. Три подходит, один срезало. Так и езжу. Да, шуропчик это так себе. Миша, это не пашевские, это позитривовские. Кто? Это вот этим крутить. Да. И не будет у тебя тогда вот такого шлифа сорвана. Понятно. Можем туда еще подкладочку какую-нибудь положить, а? Зачем? А чтобы не выторчивались шурупы снизу. Нет? Можно. Thank you.
Так, это не подходит. И там резьбу еще надо снизу. Сразу на место. Ну вот здесь вот у тебя просто. Тут не по железу надо снимать, а немножко, то есть открутить эти накладки. Точить немножко дерево, чтобы сместить сюда. Ну ладно. Сейчас попробуем просто так. Дай сюда. А, там оно не пройдет. Снизу. Дай сюда, говорю. Оно снизу не пройдет. Нам надо резьбу. Зачем? Потому что оно не проходит. Кто? Саморез. А сверху он не держится. Как держится, ну плохо. И что ты хочешь делать? Побольше дырку? Нет, снизу резьбу. Резьбу? Да. Давай попробуем. Давай. Здесь у нас вот такой размер. Нет? Да? Да, у нас... Ну тогда плохо. Нет, ну М3 у нас в принципе эти же. Где маленькая коробка? М3 и М3. Шаг какой? Похож? Похож. Похож. Видишь, очень толстая это. Ну, смотри. Тогда. Знаешь что, давай сделаем, попробуем на какой-нибудь абстрактной железочке и попробуем, как что получится. Хотя я бы сейчас просто здесь наделал этих дырок, посмотрел бы найти. Ну давай. Шуруп. Просто эти шурупы там. Не знаю, их тогда только на шурупах разве что. Вот на 3. Ну, сквозь 3 просто. А, где-то у нас, да, это гарда, которая вот там вот была, желтый. Я ее сюда не убрал, да? А нет, не убрал. Это нормальный дрейф. Это слишком медленно.
точильный станок стоит 30 евро. Почему я его до сих пор не купил? Точильный станок 30 евро? Не токарный. Вот такие там моторчик и два шлифовальных круга. Вот. Нужно было бы заточить сверло. Угу. 30 евро, как кажется, маловато. Или меня. Двойкой надо было сверлить. Штамп просто. Ровно три. Да? Все хорошо. Так. Правильно купили. Вот 2,5 вот из этого бы набора очень пригодилось сейчас. Двойкой боюсь. Хотя. Попробую. Двойка — это вообще расходный материал. Да, но не надо так ставить. Пойдёт. Пусть. Ну сюда не зайдет же. Ну, не заходит. Ну. Не заходит. Два с половиной сверло нужно. Нет, двойка не заходит. Да, совсем никак. Нет. По двойке не идет. Он не захватывает. Поэтому упражнение с метчиками откладываем до того, как мне придет 50 сверл. 50. Да, малых диаметров. Надеюсь, все под 5? Нет, там, ну, короче, там много. Я специально набор сверил малых диаметров купил. Пока что нету. Все, ладно, это обратно складывай и давай. Ну, тогда... Ну, что, садим их на саморез. Это... Ну, да. По-другому не так. Вот так вот. Чтобы не...
Все, давай тогда на саморезы его. Да, где? Что ты там хотел? Дыру насквозь? Ну так, надо... дыру насквозь есть, только не четвертый-то нету. А, потому что он очень криво стоит. Ну что? Я предлагаю совсем полностью новый. Ну что, что криво? Там главное не ровно, а крепко. Великие цитаты можно. Хорошо, что сверло там не было. А где сверло? А вот сверло. Оно есть. Да. А под... Что за сверлышко у нас такое интересное? Четвертый. Нет, не четвертый.